В Улан-Удэ отжигают траву. Это делается в целях профилактики лесных пожаров. Сухостой уже сожгли на острове Комсомольский. Сейчас работают на Богородском. Санбайна, здравствуйте. События выходных и начало недели. Вечерние выпуски новостей на телеканале «Оригус». Я Лариса Иринцева. Это «Восточный экспресс» и вот его некоторые остановки. Скандальное крушение первого беспилотника Почты России. Почему письма не дошли до адресатов, расскажет Антонина Болотова. Была второстепенная, стала первоочередной. Почему капитальный ремонт дорог в городе почти не затронуло центральное направление, спросила Ольга Арсунукаева. Когда диагноз, поставленный неправильно, может разделить жизнь на до и после. О непростой истории 11-летнего мальчика расскажет Байрма Роднаева. Байкальская рыбалка. Кто в этом году заберет главный приз и в какую страну он уедет, расскажет Винина Немаева. Теперь об этом и другом более подробно. И начнем с главного. В Улан-Удэ в эти часы идет разминирование территории в промзоне за Capital Mall. Там обнаружили боеприпасы. По некоторым данным, их более сотни. По адресу полигон 29 выставлено оцепление. Работают спасатели. Артиллерийские и минометные мины обнаружили за одной из баз. Скорее всего, принимают металл. Привезли. Отказались принимать. Они тут же их высыпали и уехали. Очень рисковали. Они сами не понимали, что делают, потому что могли сами погибнуть. Обнаружено было порядка 108 фрагментов артиллерийских снарядов разного калибра. 102 из них боевые, то есть содержат взрывчатые вещества. В некоторых имеются даже взрыватели, сильно деформированные. Все боеприпасы будут переданы военным саперам для дальнейшей утилизации. На месте работает наша съемочная группа. Все подробности операции в следующих выпусках «Восточного экспресса». И продолжим крушением надежд Почты России. Первый беспилотник «Почтальон» сегодня разбился в Улан-Удэ. Его запуск обещал стать прорывом в доставке корреспонденции. Но что-то пошло не так. С подробностями Антонина Болотова. Прекрасно взлетает, прекрасно летает, абсолютно стабильный. Эти характеристики беспилотника подошли лишь к первым секундам полета. Дрон-почтальон по задумке авторов и грандиозным планам Почты России обещал доставлять посылки в самые труднодоступные места. Быстро, надежно, удобно. Впервые в стране запуск в Улан-Удэ. Мы здесь для того, чтобы успешно его стартовать. Глава Почты России прилетел в Бурятию для исторического момента. Письма весом в 2 килограмма мультикоптер обещал перенести из 105-го квартала Улан-Удэ в Нижний Саентуй. Маршрут 16 километров. Обещанная скорость, как у почтового голубя, 70 километров в час. Однако маневренности птицы не хватило. Полторы минуты полета и почти 1,5 миллиона разлетелись по ветру. Столько стоил этот летательный аппарат. Чудом 10-килограммовая машина не упала на людей. А почта так и осталась в Улан-Удэ. Отрицательный результат тоже результат. Это был пилот. Пилотный проект. На первый взгляд злую шутку с коптером сыграла непогода. Однако разработчики заявили, во всем виноват Wi-Fi. Накануне посылку уже отправляли и вполне успешно, уверяют изобретатели. Но с другой точки, в нескольких шагах отсюда. Вчера в момент запуска на той точке было всего 11 сигналов Wi-Fi. Когда все приехали, 103 точки было зафиксировано. То есть аппарат мог просто потерять эту точку. Так в одно мгновение отказали все датчики. У автора проекта есть еще одна версия причины крушения. Могли конкурент. А кто может быть конкурентом здесь у нас в Улан-Удэ? Ну, производителей очень много, не обязательно в Улан-Удэ. Могли приехать просто доброжелатели. Наводка конкурента, волны интернета или все-таки сбой в программе. Выводы и ошибки озвучат позже. Комиссия уже работает с остатками аппарата. Конечно, мы опасались. Там, с какого-то сбоя, но ничего страшного. То есть кто не рискует, тот результат не получает. Поэтому мы в любом случае данную работу продолжим. И уверен, что в итоге все равно полетим. Вторую попытку запуска планируют уже в ближайшее время. При успешном внедрении таких почтальонов на доставке обещают экономить миллионы. Вместо 120 тысяч за час на вертолете на беспилотнике посылку доставят за 1,5. Главное, чтобы долетело. Впрочем, по мнению главы Почты России, эта доставка была прервана специально. Совершили эксперимент. Произошла управляемая жесткая посадка, потому что решили прервать полет.
Будем работать дальше. А пока письма по-прежнему будут разносить почтальоны, Улан-Удэ готовится к производству таких беспилотников. Глава Бурятии заявил, наши дроны будут переносить в небе грузы до 300 килограммов. Пока страшно. Антонина Болотова, Батыр Халматов, телекомпания «Аригус». ДТП с пострадавшими. Два автомобиля столкнулись в Улан-Удэ на улице Терешковой. Авария произошла в ночь на субботу. Лэнд-крузер двигался в сторону драмтеатра, остановился перед «Зеброй». В этот момент сзади на большой скорости в него врезалась «Тойота Карина». От удара обе машины развернуло. Две пассажирские седана пострадали. Одну из них зажало в салоне. Вызволить ее удалось лишь спасателям. Пострадавших госпитализировали в БСМП. По нашим данным, виновник с места происшествия скрылся. Где логика? С ремонтом городских дорог вопросы. Деньги на ремонт выделены, подрядчики определены, к работе готовы, но список объектов вызывает сомнения. Чем руководствовались чиновники, когда отдавали приоритеты неприоритетным направлениям, интересовалась Ольга Арсунукаева. Более 30 километров дорог. Планы по ремонтной кампании этого года от прошлого сильно не отличаются. И не отступая от традиций, большую часть участков просто залатают. Капитальное полотно внутри города появится на 7 улицах. Левченко, Псковская, Гражданская, Производственная, Радикальцево, Сотниковская. В счастливый список попала только одна центральная улица – Ключевская. Все остальные главные направления города ждут своей очереди. Например, сейчас мы движемся по улице Бабушкина, спускаемся с Удинского моста. А впереди нас ждет многострадальная улица Трубачева, но нам не туда. Поворачиваем на улицу Гражданская, проулок, который совсем не пользуется популярностью у автомобилистов. Но именно эту дорогу чиновники собираются заново отстроить. Параллельно ей улица Производственная тоже вытянула счастливый билет. К слову, по этим направлениям не курсирует ни один автобусный маршрут. Почему деньги распределили именно таким образом? Обращение жителей выбиралось. То есть на протяжении уже 3 лет обращения приходили. Общенародный фронт и другие общественные организации как бы сопоставили все и определили. Заявки вот жители подавали на ремонт дороги? Никуда не подавали. Вообще никуда не подавали? А вы что-нибудь знаете? Ничего не знаю. Скорее всего, что обращались, точно не скажу. Я против. Не числятся эти направления и в карте убитых дорог. А вот проспект 50-летия октября горит красным цветом. Но из планов дорожников этот участок вылетел в считанные дни. Чтобы проводить там ремонт, необходимо обследовать сети. Там находится под дорогой сеть. И, возможно, в 2019 году работы будут проводиться. Не смогли решить проблему и так называемого узкого горлышка на элеваторе. Предложение закатать трамвайные рельсы в асфальт и расширить дорогу пришлось отложить. Высокий уклон не вписался бы в дорожные требования. Другого решения пока не ищут. 500 000 000 рублей и так нашлось, куда вложить. Ольга Арсунукаева, Виктор Горновской, Вячеслав Цивиков, телекомпания «Аригус». По другим темам. Третий случай в России. У 11-летнего жителя Бурятии ишемический инсульт. Диагноз поставили с трудом, а как лечить, до сих пор не знают. Тем временем жизнь мальчика уже давно перестала быть прежней. История Вани Перминова в нашем следующем материале. Как, Ваня, картина это называется? Пожарники. Ты бы хотела быть пожарником? Конечно. Приходить на помощь у Вани давняя привычка. В многодетной семье был главным помощником для мамы. Брат и сестра далеко, отца нет. Но больше года назад все перевернулось. Ваня сильно заболел и изменился. Вместо заботливого мальчишки – драчун и забияка. Его самые близкие 3 друга. Они к нему приходили, мы даже чаем их поили, он с ними. Ну, он их там несколько побил, как бы. Ну, все, они потом перестали ходить. Но он был, ну, очень ответственный. Говорю, он был жалкий, он всех животных домой таскал. А сейчас вот он тут все кошек обижает, всех. Когда он был, это еще не болен был, тогда я с ним могла играть. А теперь не могу, потому что он меня бьет. А ты обижаешься на него? Нет. Почему? Ну, потому что он мой брат. Теперь повод для радости только этот стадион. Бегает часами, как будто не может поверить, что тело слушается. Год назад все было по-другому. Осенью 2016-го у Вани резко опухли руки и ноги, затем лицо. Появились рвота и головная боль, сильно вздулся живот. При Байкальской ЦРБ педиатр ставил диагнозы острый бронхит, острый гастрит и аллергии на полынь. Ребенку становилось хуже, а даже элементарное УЗИ врачи предлагали ждать неделю. Мама не выдержала и отвезла сына в частную клинику в Улан-Удэ. Диагноз шокировал – острый нефротический синдром. Потом Ваня попал в ДРКБ, где случился инсульт, и он впал в кому. Минздрав разобрал работу районного врача и объявил выговор.
Естественно, я думаю о том, что хорошего то, что ребенок заболел. Это, во-первых, потом там анамнез ребенка надо смотреть еще с начала с рождения. Потому что там идет еще перинатальные нарушения, которые в конце концов вот таким вот образом, может быть, и вылились. То есть якобы у Вани риск инсульта был еще с рождения. Так думает не только педиатр, но и весь Минздрав республики. На всю Россию третий случай бурятские доктора как лечить не знают. Мать же продолжает искать выход, в том числе и на платных приемах. Из объективной информации нет ничего, что позволяло бы вот как-то предположить, что вот это случится. Этот инсульт скорее вот грянул. Вот и вся эта ситуация, как вот гром среди ясного неба. По поводу прогнозов, это сложное дело. В общем, если все будет правильно, то, конечно, будет состояние его будет улучшаться. Но я очень сильно сомневаюсь, что ребенка удастся вернуть к тому состоянию, в котором он был до вот этого вот печального события. Лечащий врач считает, инсульт мог возникнуть из-за неправильного лечения прибайкальских докторов. Окончательный вердикт поставит судебно-медицинская экспертиза. Правда, длится она уже больше года. Двое районных специалистов сначала проверяют дела умерших. Живые, очевидно, могут подождать. Баирма Раднаева, Александр Намжелон, телекомпания «Ригус». Восточный экспресс движется дальше. Смотрите во второй части выпуска. Невидимая инвалидность. С какими проблемами сталкиваются родители особенных детей? В материале Кристины Сосниной. Угроза сверху и снизу. По некоторым опасным местам проехался дежурный по городу. Даже в коридоре слышно, как в кабинетах работают мозги. Олимпиада по математике. В материале Артема Шакова. Это не шутки. 1 апреля жители ДНТ дачи писателей остались без света. Ветер свалил на электропровода дерево. Оно обесточило все товарищество и соседний гостиничный комплекс. Электричества не было более 5 часов. Ну а где в столице Бурятии нужно остерегаться угрозы сверху, а где стоит чаще смотреть под ноги, знает дежурный по городу. Сегодня он проехал по самым опасным местам. Земля ушла из-под ног в буквальном смысле этого слова. Прямо посредине детской площадки на Цивилево 48П образовалась такая глубокая яма. К счастью, пока никто не пострадал. 20 лет назад здесь стояли кладовки. И у каждого хозяина был подвал. Когда делали детскую площадку, здесь просто так засыпали песком и все. Ребенок проваливался. Это было 2 года назад. Вот с этого дома девчушка, второклассница. Засыпали, привезли этот, подсыпали, но так себе. Все обращения в управляющую компанию остаются без ответа. Люди как могли присыпали эту яму, чтобы ребенок не мог туда провалиться. Ну, давайте попробуем ее измерить. Вот, пожалуйста, то есть глубина ямы около 2 метров. А в следующем месте без каски находиться просто опасно. Это одна из самых загруженных транспортных артерий города. Путепровод между Советским и Железнодорожным районом. Угроза нависла прямо сверху. Ледяные сталактиты грозят в любой момент повредить либо машину, либо человека. Может человека убить запросто, в общем-то. И я считаю, что ответственные должны на это давно были обратить внимание. На ребенка упадет и все. Это, конечно, недопустимо. Самая большая тяжелая сосулька грозит в любой момент упасть. И если это произойдет, то она рухнет прямо в середину пешеходного перехода. Еще одна угроза сверху нависла прямо на проспекте Октября. Крупная вывеска на крыше дома угрожает прохожим. Две буквы в этом словосочетании развалились почти полностью, а эта конструкция почти высотой 1,5 метра. То есть при их падении последствия могут быть трагичными. Ребят, кишки будут внизу гулять, да и сверху свалится. Пожалуйста, травмы, не дай бог, еще смертельный исход. Вообще небезопасно, да не только ребятишки, но и взрослого с таким же успехом может свалиться что-то. Так что я считаю, или их совсем убрать, или уж ремонтировать. Почему же наша любимая столица никак не может стать безопасной? Об угрожающих жизням людей местах мы сообщим в соответствующие органы и потребуем ответа. А если в вашей жизни создает что-то дискомфорт, обращайтесь к дежурному по городу. Мы постараемся вам помочь. Сергей Соголов, Виктор Горновской, телекомпания «Оригус». В Бурятии исчезают иностранные автомобили. Граждан Монголии стали чаще ловить с поддельными полисами ОСАГО, а дорожные камеры не штрафуют водителей иностранцев. Почему? Об этом и не только. Мария Красикова.
Выехал из дома, пересек границу, обещал вернуться через год, но исчез в неизвестном направлении. Не ориентировка о пропавшем без вести, а скорее уже типичная история о приключениях иностранных автомобилей в России. Ну, у нас контролируется непосредственно обратный вывоз. То есть машина въехала, у нее установлен годичный срок, в течение года она должна быть обратно вывезена. Увеличилось количество транспортных средств, которые в установленный срок не были вывезены. Только в прошлом году на родину из России не вернулось около 300 иностранных машин. Где они? Ответ на этот вопрос таможенники теперь ищут вместе с госавтоинспекторами. Нередко находят у новых хозяев. Схема известна. Иностранец въезжает в Россию на своем автомобиле, а здесь передает, а скорее перепродает его другому лицу. Таким образом, не уплачивается таможенный сбор, а он, как известно, зачастую даже дороже автомобиля. И, казалось бы, все прекрасно, если бы не одно «но». Такая сделка вне закона, и в случае разоблачения будет стоить ой как дорого. Можно не только лишиться автомобиля, который вполне реально могут обернуть в пользу государства, но и получить большой штраф. Кстати, по статистике, теряются чаще всего монгольские машины. И это нарушение со стороны наших соседей далеко не единственное. В последнее время все чаще они попадаются с поддельными полисами ОСАГО или вообще без них. А это значит, что чем больше в городе таких авто, больше рисков для своих в случае дорожно-транспортных происшествий. А тут еще выяснилось, дорожные камеры лояльны к иностранцам-водителям. На сегодняшний день комплекс автоматической фиксации, который у нас имеется, не позволяет государственные номера иностранных государств зафиксировать. Госномер, если она прочтет, кому он принадлежит, мы не узнаем. То есть у нас нет баз данных иностранных государств. Неожиданно, но факт. Над этим, по словам госавтоинспекции, сейчас активно работают. Мария Краська, Борис Бальчинов, телекомпания «Аригус». Далее. Косые взгляды и непонимание. С этим приходится сталкиваться людям с расстройствами аутистического спектра. Что знают жители об этом недуге и болезнь ли это? Сегодня Всемирный день распространения информации об аутизме. С особенными детьми и их родителями познакомилась Кристина Соснина. Просто скатиться, да? На 1000 детей в России один с аутизмом. И это не болезнь, уверены специалисты. При таком расстройстве людям сложно выражать эмоции и общаться. Речь, она либо ее нет, либо она специфическая. Сложно для ребенка находиться в обществе, где очень большое скопление народа. И страдает, конечно же, поведение. Поведение – это большая проблема для родителей, потому что порой справиться очень тяжело. Северу 7 лет. Дома с необычным состоянием ребенка справляться научились. Сложнее в общественных местах. Приступы люди часто путают с капризностью. Ребенок начинает падать, там валиться, кричать, плачет, может царапаться, кусаться. Ловишь на себе косые взгляды. Сами дети на сегодняшний день не знают, как себя вести. И поэтому им нужна поддержка. Специалистов и родителей, конечно, и общество в целом. В Бурятии 7 лет работает центр ранней помощи «Солнышко». Почти треть пациентов с аутистическим расстройством. Специалисты уверены, чем раньше начать развивать ребенка, тем больше шансов смягчить симптомы. Увеличилось количество детей с расстройством аутистического спектра. Поэтому их, конечно, оптимально брать в возрасте где-то 12, 15, 18 месяцев. Тогда эффект будет лучше. Специальные методики и оборудование развивают речь. Детей учат общаться. После реабилитации они могут даже пойти в детский сад или коррекционную школу. Родитель вынужден выступать тьютором, хотя по идее вот эту ставку этого педагога должна обеспечивать школа. Это предусмотрено у нас на законодательном уровне, а на местном ничего не воплощается. На самом деле государственная поддержка, она очень мизерная. Все общественные мероприятия организуются в основном только силами родителей. Родители решили объединиться. В этом году планируют провести лечение на Байкале. В планах привлечь специалистов для занятий. И, видимо, делать это снова придется за свой счет. Кристина Соснина, Борис Геленов, телекомпания «Аригус». 14-я байкальская рыбалка прошла в Бурятии. В этот раз на лед вышло более 200 команд. По традиции боролись за автомобиль. Чем прикармливали золотую рыбку и какой улов решил судьбу главного приза? Секреты байкальской рыбалки узнавал Енина Немаева. Ловил я много разных рыбок, я знаю клевые места, где море, где дичьих улыбок. Для байкальской рыбалки выделили территорию почти 500 квадратных метров. Сейчас на льду находится более 1000 человек. Это участники и болельщики. Из Казахстана, Монголии, Китая, Киргизии. Даже есть участники из Евросоюза. Сегодня с 8 утра ваш улов? Да. Одна единственная рыбка.
Ну да, до того, как улыбается. Сколько месяцев Ширику этому? Да ему лет 5, наверное. Лет 5? Вот этому Ширику 5 лет? А че нет, они вот такие бывают маленькие. В Казани мы такую рыбу не ловим. Чем мне пытались все-таки прикормить? Ну, чем все. Татарски разговаривали. Сетбик Матур. Это что вы сказали? Вы очень красивая. Да? Спасибо. Также мы рыбу заманиваем. Это надо уметь вот так вот рыбачить, да? Это сколько у нас тут килограммов мы наловили? Клюет! Сорвался. Покажите, а какую рыбу поймали? Ну вот, отсюда и до сюда. Да, это размер жабин. Традиционно лучших рыбаков определят по весу. Обладателем самого тяжелого улова достанется автомобиль-кроссовер, серебряным призером – снегоход. А потому к золотой рыбке в командах особенный подход. Ловись большая и маленькая. У вас пальцы не устали? Да нет, мы можем пальцем передохнуть рукой. Туман лиманным унесла любовь из кармана. А мне друзья говорили, забудь ее, забудь. Так это не лунка, это же лунище. Да мы крокодил уже ловим, а тут не проходят они. Весь бормыш, который у вас был, вы, мне кажется, вот сразу сюда все высыпали. А мы на ней на одну и рыбачили? Мы рыбачили на ней по-зибавски, а крокодилы не проходят. А у вас вообще уточка-то была, скажите? Конечно. Целый ящик этих дров. Или вы руками ловили? Не-не-не. Как пойдет. Философский подход и у актера национальной рыбалки. Виктор Бычков, а в простонародье просто Кузьмич, признается, в отличие от своего героя, в жизни не пьет, а из рыбы любит лишь копченый угорь. Для меня рыбалка, она одна. Если мне надо подумать, или над ролью работаю, или когда обидят, то можно уйти на рыбалку и поплакать. Вам не тяжело нести? Нет, нет. Вот про ваш хариус, знаете, что легенды по Байкалу ходят? Да? Мы очень старались. Прикормку сували. Вот и поймали. Мы оба из Франции, она из Австрии, еще один из Швейцарии. Мы пытались, но нам не повезло поймать рыбу. Может быть, в следующий раз. Мы каждый год ради этого ездим сюда. Самую крупную будете претендовать. 208 грамм. Да вот. Как вы считаете, автомобиль ваш? Да не знаю, как вот получится. На следующий год будет приглашена книга рекордов России. С целью, чтобы 300 команд зарегистрировать как рекорд именно на этой байкальской рыбалке. Самая большая рыбалка России. Но это в следующем году. А пока вот победители. Лодочный мотор «Судзуки» достался нашим землякам. Снегоход ушел в Монголию. И с перевесом всего в 5 граммов автомобиль достался рыбакам Хабаровска. 983 грамма! Сколько себя помним, столько рыбачим. 5-6 лет. Поэтому, как говорят, опыт не пробьешь. Енина Немаева, Виктор Немаев, телекомпания «Аригус». Они дружат с самой царицей наук, и у них есть шанс попасть на страницы учебников. Школьники Улан-Удэ встретились на физико-математической олимпиаде. Ее проводят уже 21 раз. Кто из участников уже сейчас может называться молодым ученым, расскажет Артемий Ушаков. Еще 5 лет назад знатоков физики и математики собирали только в городских школах. Сейчас за поиском оригинального решения простых задач едут из всех районов. В этом году об участии в Олимпиаде заявило более 200 человек. Ученые констатируют, эпоха гуманитариев подходит к концу. Сейчас, допустим, где-то около 10%, кто интересуется математикой, кто занимается научно-исследовательской работой, участвует в Олимпиадах, научно-практических конференциях и так далее. Это тоже, в общем, неплохо. Другое дело, кто из сегодняшних школьников захочет остаться в Бурятии. Двери для умов открыты в Москве и Новосибирске. Развивать местную науку остаются в среднем 3 из 10. Мы вот некоторым тоже советуем, что не обязательно ехать куда-то, можно поступать в тот же Бурятский государственный университет. Тоже как бы идет пропаганда или там, чтобы математику можно учиться по разные уровни. Уже сейчас видно, кто будет полезен местной науке. Среди участников некоторые осилили все задачи. Такое бывает редко. А кто-то и вовсе удивил членов жюри ходом мыслей. Задания были несложные. Точнее, я бы не сказал, что они были сложные. Они были рассчитаны так, чтобы их мог решить даже восьмиклассник. Не требовались бы какие-то знания, которые есть только у 11-классников. А требовалась смекалка, требовался ум. Вот такой дерзкий, чтобы разгрызть эту задачу. Наверное, поэтому из математиков получаются хорошие руководители. На это обратили внимание каждого участника. Эти дети несколько отличаются, когда вот они все хором здесь собрались. Эти лица, они такие осмысленные, производящие очень приятное впечатление. Это, скажу так, умные ребята.
Всего жюри определило 6 победителей. Официально, кроме ценных подарков, поощрений для них нет. Но фактически ни один из победителей в истории Олимпиады не остался без места в ВУЗе. Артемий Ушаков, Виктор Горноско, телекомпания «Оригус». И на этом у меня все. Впереди рубрика «Сфера интересов». Оставайтесь с нами. Доктор медицинских наук, профессор, один из ведущих офтальмологов клинической больницы управления делами президента России Юрий Калиников провел консультации и мастер-класс по патологии мороговицы в Улан-Удэ в клинике «Визус». Врач со своей уникальной методикой высоко оценил работу офтальмологического центра. Специалисты здесь очень опытные, колоссальный практический опыт и научный опыт, когда они прикладываются к современным технике, оборудованию. Вот тут и получается все очень хорошо. Технологии, которые не так давно начали применять в мировой практике, уже есть в «Визусе». Они могут помочь не только диагностировать, но и проводить лечение близорукости, миопии, катаракта, астигматизма, кератоконуса на начальных стадиях щадящим способом. А сотрудники центра постоянно повышают уровень знаний. Юрий Юрьевич, профессор высокого класса, и мы рады тому, что он приехал поделиться своим опытом с нами, для того, чтобы мы могли его использовать и лечить жителей нашей республики. Консультации пациентов, обучение врачей и несколько проведенных операций. Визит именитого офтальмолога в «Визус» прошел плодотворно.